А как вам наша сессия с Настей? И особенно ее Супер, супер. отзыв последний. Супер. Я, Нина, просто, как говорят, снимаю шляпу, жму руку, восхищен вашим профессионализмом. Благодарю. Причем уровень подхода, уровень рассмотрения. Я первый раз смотрю на коучей Колесова и не знал ваших подходов. Где-то лет 5 тому назад я, честно говоря, вот начинал общение. Ну, тогда со мной поработал достаточно молодой мальчик, и я так думаю, что он недавно был коучем. Вот. Ну, как-то так все это. Мы друг другу как бы на расстоянии пожали руку, похлопали по плечам. Вот. Сейчас я просто поражен. Это я обязательно проработаю свои проблемы, решу свои задачи, достигну и обязательно вот проучусь вот по этому курсу устранения внутренних конфликтов. Потому что даже то немногое, что я посмотрел в этой сессии с Анастасией, вот тот охват материала и по горизонтали, и по вот этой духовной вертикали, вы знаете, это меня убедило, и что вы действительно мастер, и что школа Колесова – это серьезно, это то, что меня отозвалось, вот это то, чего я искал. Так, Владимир, вот сейчас вы сказали прямо практически отзыв на школу коучинга и на работу коучей. Можно ли это где-то использовать, вот это ваше видеообращение? Это фактически, да, вы сейчас прямо отзыв на работу наговорили. Разумеется, я бы мог даже сказать, если у вас там есть видеомонтажер и подстроит, что я с несколькими школами коучинга общался и встречался, и в каждом было что-то такое, что действительно глубоко резонировало и показывало, ну, как бы вот выход из ситуации и отзывалось в душе. Но это было с каждым как бы часть. И вот было ощущение, что да, эта часть замечательная, это чудесно, но это вот какая-то все-таки хотелось бы чего-то более полного, более гармонично, чтобы меня всего целиком захватило. Вот это вот. И вот сейчас я именно это и почувствовал. То, как вы работали, меня захватило целиком. И вот у меня возникло очень сильное желание пройти это обучение. Вот как-то. То есть я поверил в то, что это очень мощно, это очень сильно, это глубоко проработано. То есть меня всего захватило. Вот это ваша работа. Даже не осталось, знаете, вот бывает какой-то, смотришь на работу, а в голове такой внутренний аналитик работает, оцениваешь, а тут этого не было, я включился полностью. Ну вот если это отзыв. Ну да, прям отзыв получился. Владимир, я вас благодарю.